Покажи мне.
Бдительная тут стража. Thank you.
Не спать. Мало ли что. Безжизненный. Что благородный олень забыл так далеко от Игдрасиля? При виде столь величественного существа у меня сердце трепещет. Последую за ним. А вот и Дунаэр, не знающий.
Ты уже наелся зеленых листьев Игдрасиля? За беда поразила мировое древо? Или это просто собрание священного стада? Разбудила его или страх перед чем-то. Наконец, Эйк-Тюрнир. С чьих рогов текут реки Сид и Вид. Так вот, что собрало их здесь. Подношение тому, кто заботится о них. Спасибо. Ваш дар мне пригодится. А я буду и дальше защищать вас. Наш труд завершен, а день еще нет. Думаю, мы заслужили по чаше меда. Верно, братья? Согласен, а? Восславим наше творение. Мы обратили старую плоть в новый мир. Помните, как огромно было тело Эмира, когда мы начали? Невероятно! Не меньше бездны Гинунгагапа. О, да, о, да. Из его плоти мы сотворили плодородную землю. А из крови моря и океаны. Да, я помню. Из костей мы создали горы и холмы. Из бороды – деревья, из волос – траву. Из его темени мы сотворили голубое небо, а из мозга – облака. Мертвец положил начало новому миру. Сколь, братья, подниму рог за вас! Брат Один,
Ты молчишь? Что-то не так? Наши труды не заслуживают похвалы. Сразись со мной! Ну же! Хави! В чем дело? Хави, пропусти меня! Зачем? Что ты забыл в колодце Хельхейма? Я хочу вернуться к жене. На нашу деревню напали. Я умер в битве. Она нет. Добрый воин, в Хельхейме тебе не место. Примкнуть к моему войску — большая честь. Не будь столь неблагодарным. Ради своей любви ты бы ни перед чем не остановился! А на нас тебе плевать! Сразись со мной! Проиграешь, выполнишь мое желание. Победишь, отправишь меня в Хельхейм, как недостойного! Что это за сделка? Считай, я уже проиграл, а ты погиб. Кто я, чтобы обмануть обманщика? Что, у тебя ни сердца, ни мужества? Сделай по-моему, тварь! Друг, даже если вы снова встретитесь, былого не вернуть. Хельхейм ото всех оставляет лишь тень. Твоей жены больше нет. Я так скучаю по цветам, что она вплетала мне в волосы, даже по ее кривым зубам. Так сохрани память о ней. Держи у сердца, как горячий уголь, до самого Рагнарёка. В конце миров вы встретитесь. Спасибо. Ты и правда мудр. Я буду биться за тебя и не стану хулить твое имя.
О, я горю! Thank you.
Источник Урт. Даже я не знаю всех твоих тайн. Солнечный камень сдвинули. Путь света изменился. Эти пещеры глубоки. Нидхёк и его отродье не дремали. Хави! Локи сказал, что ты здесь. Он передал мне просьбу каменщика.
и она тревожит меня. Почему проход был закрыт? Кто-то побывал здесь недавно? Ты не слушаешь, Хави. Каменщик нам чужак. Нам неведомы его намерения. Я владыка Асгарда, Тюр. Не смей обвинять меня в беспечности. Тише, друг. Что гложет тебя? Странные знаки, вестники бед. Я чую злые замыслы. И не всегда могу отличить правду от лжи. Ты видишь дальше всех нас, зоркое око. Я верю, ты одолеешь то, что гнетет тебя. В эти дни мне будет нужна твоя сила. Ты не дашь мне ошибиться и удержишь на краю бездны, если я оступлюсь. Я с тобой. До последнего вздоха. А посему говорю, здесь ступай осторожней. Ибо каждый твой шаг тут тревожит ткань девяти миров. Источник запечатан. Кто-то чинит мне препоны. Или предостерегает тебя. Или же бросает мне вызов. Прежде здесь было больше света. Солнечные камни должны направлять свет, но они были сдвинуты. Может, сюда проник враг, чтобы ослабить защиту источника? Что же нам делать? Мы обязаны беречь это священное место. Но к добру или к худу обернутся наши усилия, кто знает. Нужно поразить две цели, но луч света только один. Как два поля оросить из одного ручья? Нужно разделить луч.
здесь не впервые, Хави. Возможно. Вряд ли норны будут рады, что мы здесь. Они не жалуют любопытных. Мы придем и уйдем, они не заметят нас. Теперь свет расщеплен, и нужно направить лучи. Свет нашел свою цель. Камень светится.
Источник открыт нам. Иди за мной. Быстрее уйти. Чур. Беспечный щенок, тебе здесь не место. Где же ты? Я не доверяю живым волкам. Хави, нет! Не мешай, Тюр! В Асгарде не будет волков! Это священное место. Здесь нельзя убивать. Ты знаешь, Хави. Разум оставил тебя? Кажется, будто тобою овладел чужой дух. Меня ведет мой дух, Тюр. Но это занятная мысль. Может ли один разум подчинить другой? Может ли Хук завладеть чужим телом? Тебя что, опьянела эта вода? Наполни мех, забудь о волке, и уйдем поскорее, пока норны не сплели нам оковы. Возьми его и посади в клетку. Я бы посадил на цепь всех волков и псов в Асгарде, если бы мог. Я все исполню, если тебе так спокойней. Будет война, и нам нужен твой трезвый ум. Спасибо за дружбу, дарующую мужество. Спустившись так глубоко, наверх уже не подняться. Значит, остается спускаться дальше. Okay.
Ты от источника, верно? Нашлось ли там то, что было нужно? Да, мех с водой источника у меня. Готов ли каменщик показать свое искусство? И как там источник? Спокойно? Мирно? А? К чему ты клонишь, Локи? Ни к чему. Просто любопытно. Источник — чудесное место, хотелось бы и мне там побывать. В это священное место пробрался какой-то волчонок. Тюр о нем позаботился. Позаботился? Как, убил его? Нет, не убил. Тюр посадит его на цепь. В Асгарде не должны бегать волки. А, да. Верно. Мудрое решение, Хали. По мне, убить бы его, но Тюр не позволил. Тюр дает благоразумные советы. Его стоит слушать чаще. А теперь отвечай, где каменщик? На лужке поблизости. Твой ворон легко его найдет.